Всем привет, меня Александр Сучков. Давненько и еще раз давненько не было видео про Tabs, а именно Total Accurate Battle Simulator. И так как здесь не выходит обновление, или я просто об этом не знаю, то команда Landfail так и не хочет делать обновление для данной игры. Они сделали что-то там про зомби. Ладно. Так, неоновая. Давайте на неоновую добавим. Слышу. Здесь же мы добавим вот этих вот. И давайте здесь у нас будет еще в команде вот здесь вот. Посмотрим, что будет. Давненько это вообще никто не играл. Но она офигенная. Ладно. Давайте попробуем на Джапане. Джапан подгрузится. Так, давайте. Азия. Давайте вообще офигенную армию азиата сделаем. Смотрите. Офигенное количество ниндзя. Хвачи. Самурайские и ниндзя мастер. А здесь будет неоновый у нас парни. То есть их меньше. Смотрите, что у нас получается. Давайте, давайте. А, что? Их хватит еще сил? Нет. Живые. Давайте, азиаты, мочите. Ни хрена. Это реально интересно посмотреть. Давайте, мочите их, мочите, мочите. Самураи. Что-то их всех замочили. А, одного они убили все-таки. Вот, смотрите. Кого они убили? Молодцы. Так, кто он? А, один остался, да? Смотрите, как он мочит вообще. Опа, 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 пошел, пошел, смотрите. Последний. А, нет, последний, еще один. Вообще эти самураи. Ой, нет. Ну да, самураи и ниндзя. Супер ниндзя убьют. О, красавчик. Последний. Опа. Все, выпрыгнул. Вообще, да. Китайцы показали, что они могут отбиться, и все-таки ладно. Так, пусть будет так, значит, так, значит, берем, значит, у нас наши вот эти парни. Значит, у нас самураи здесь стоят. Ниндзя гейм здесь. Прогулки, может, где-то. Несколько хвач. Несколько хвач, да. И наша неоновая армия, а именно пистолы, какие-то эти тесты, тестов вообще дофига, не так. Ну не очень дофига, ну ладно, но мне все равно лагает наша карта. Потому что у меня на фантастике дофига. Не на фаст тест. Опа! Кто там будет? Ладно. Прикольно. Все, они проиграли. Тех победили, а их нет. Нет, смотрите, всех победили. Все, смотрите. Пытаются они что-то сделать, но ничего не получается. Давайте, давайте, тащите. Не, не, не тащу, все. Давай, самурай, беги. Мочи его, мочи. А, не, он убегает. Эти двое остались. Падает. А, их двое, да. Красавчик, смотрите, пушка.
Нет, самурай, тащите. Молодцы. Опа-на. Давай, тащи. Давай. И мы... Они опять победили. Да ладно. Серьезно? Это выглядело реально очень круто. Ладно. Давайте к азиатам. Давайте. К азиатам. Эти самураи. Без хвачи теперь. Чтобы очень не достать. Так. Здесь давайте у нас будет неоновая армия именно из... Один, видите, я поставил одного там. Не, лагать будет, наверное. Ладно. Одного я поставил там на горе. Здесь это что-то изменит. Ни хрена, что это происходит. Да, конечно, нога это играет, а я очень... А, вот, все. Давайте, тащите, тащите, тащите. Помогай ему этот самурай. Все, проиграли. Наш. Так, давайте последняя карта будет, давайте Скотланд тогда. И у нас будет играть... так, тут будет Наполеон. С его армией. Парней. С этими барбарами. И пушками. Блин, надо было... Здесь же бочки будут наши взрывать. Ладно. Так, а у них будут энергопарни. Интересно, кто победит? Тащите, тащите, парни, сможете. Бочки, бочки, смотрите. Оба-на! Нет, не убила его. О, ни хрена, ни хрена. Так, смотрите. Стреляйте! Че, никого вообще не убили? Стреляйте, стреляйте, стреляйте! Все, они их убили. Че, ни одного даже не убили? Или убили? Видимо, еще нет. Красавчик. Синенький. Это что за пушки? Что с пушками? Что за хрень? Тащите, тащите. Да хоть одного убейте у них. А, у нас есть две пушки, значит. Давай, последний, последний, последний. Все. Все там пушки перевернули. О, они сейчас спрыгнут еще будут, или что? Да-то пушка улетела. И за ним пошли. Один не пошел. Это было оказаться. Что там происходит? Вот. Наша пушка там еще стреляет, смотрите. Она непонятно где. Она сломалась, все. Она сломалась. Что там происходит еще? А, вот! Вот у нас спрятался, где пацан. Молодец. Один остался, они, смотрите, пытаются залезть на дерево, а не могут. Они пытаются попробовать дерево достать. Я его туда заспавнил, и он застрял в текстуре. Ну, или сидит там, я не знаю. Короче, непонятно, что делать. Но они его точняк не достанут. Тем самым, можно сказать то, что наши наполеоновцы все-таки победили. Это, думаю, ошибка. Потому что они их не достанут. Думаю, да. Так, ну теперь давайте наполеоновцы. Столько вообще. Дофигища.
Офигеще. Вот эти, видишь, бочковые парни. Батареи я не знаю, как осталось. Так, неоновые парни. Давайте из неоновых парней будут только тесты. Тесты парни. Сейчас посмотрим, что будет. Лагать, наверное, будет сейчас. Да, лагает. Тащите, тащите. Что происходит? Я вообще не понимаю. Что-то взрывается. Так как лагает, я ни хрена не понимаю. А, понятно. Летели. Ни хрена они. Молодцы, молодцы, смотрите. Опа-на, все, всех. Сразу они. Так. Эта армия довольно-таки хорошая, ребят. Давайте еще раз сделаем. Сделаем так вот. Сделаем так вот. Поменьше бочек, ладно. Бочек поменьше. Во. И из неоновых парней давайте вот эти энергии парни. Вот, энергии еще парни. И гравити какие-то парни. Гравити парни, во. Во. То есть они где-то здесь будут бегать, да? Ни хрена, что происходит. Мочите, мочите, мочите. Так, этих они все-таки как-то подожгли. Да. Ну эти ладно, эти самые простые, они их так убил. Тут играют эти парни вот странные. Своих. Давайте, давайте. Это последний остался. О, одного завалили. Молодцы. Еще. Полите. Давайте, 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 парни. Давайте, еще. Стреляйте. Молодцы. Еще. Еще два осталось. Давай. С этой стороны. Молодцы. Один. Он один. Неужели они все-таки отобьются? Он как бы пошел. И сломал его. Мочите его. Не дайте ему дойти. Молодцы, все. Молодцы. Ни разу такого не видел, ребята. Это охрененно. Значит, продолжаем, ладно. Так. Давайте. Мушкетные парни. Офигенно. Здесь около них бочковые парни еще должны быть. Где, я не понимаю. Как-то так поставить, чтобы они... Нет. Так. И из батареи здесь вот. Так, из неоновой армии у нас будут, значит, наши эти штуки. Парни. Типа, паусы и несколько здесь. Пушка. Нет, здесь. Давайте. Нет. Давайте вот там вот. Здесь вот в уголке. Тут она. Все стоять. Вот это офигенная, конечно, армия еще будет. Тащите, тащите. Что происходит, я понять не могу. Выглядит это просто офигенно. Не, вряд ли мы, конечно, победим, но все-таки ладно. Возможно, мы победим, я не знаю. Только с помощью батареи все победили. Мочите, мочите, мочите. Стреляйте. Смотрите, кто у нас остался. Все, никого. Всех убили. Никого не осталось.
парень, я отсюда уже. Парень с бочкой. У нас есть, значит, свои парни. Пытается что-то сделать. Нееет! Его хуйство. Так. Мочи его. А, не за бочковым. А, не боятся бочкового парня. Что с моей бочкой? Прыгай. Бочка! Конечно, у них армия, смотри, какая была. У нас так какая-то непонятная. У них одна, смотрите, осталась, это что? Да нет, кто стреляет вообще. Да, сломалась. Наверное, у нас что-то начало сломалось. Будет прикольно, если мы все-таки победим как-то. А, нет! Еще наши бочковые парни остались. Как так? Конечно, мы же начали уже победить. Что-то уже происходить начало. Да, да, бочковые парни. Давайте бочки, вы можете стащить. Они его убили? Серьезно? Да ладно. Давайте еще. Молодцы. Убили. Тащите, тащите. Или одного. Молодцы. Если они отобьются эту защиту, то они это будет, конечно, очень офигенно. Так. Это что, все уже? Упал где-то. Валяется. Один остался. Всех, смотрите, убил-то. Но ему уже все. Конец. Давайте, убегайте, убегайте. Наш тоже остался. Все, они этого убили, я думаю. Давайте посчитаем, сколько тех и сколько этих. И тогда выйдем победителя, потому что они все залаганы. Раз, два. Там третий где-то. Три. Получается их три. Я ведь не ошибаюсь. Три. Да, их три. Тоже больше нет, пушка. Здесь какая-то пушка, конечно. Вряд ли. Нет, точно. Короче, ладно, три. Три. Раз, два, три, четыре. Все, мы сразу уже победили. И по количеству этих. Ладно. Это понятно. Так. С этим они справились. Значит, продолжение следует. Так. Так. Бочковые парни. Бочковые парни вообще крутые. Так, пушки есть. Значит, неоновые. Из неоновых давайте возьмем только. Я не знаю кого. Бимеры. Вот эти вот бимеры все.
поставил. Тащите, парни. Вы сможете. Ну или нет. Не знаю. Меня лагает. Ни хрена они всех замочили-то. Вообще красавчики. Сразу все батареи сломали. Сразу всех бочковых парней. Или не всех. Нет, не всех. Но все равно всех батареи сломали. О, все. Хорошо, замочили сразу всех. Ладно, эту часть наконец-то мы закончили, ребят. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Дубас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.